Тамбовские оперативники задержали одну из подозреваемых по уголовному делу о хищении денежных средств. Мошенники оказались приезжими и не подозревали, что их смогут вычислить по камерам видеонаблюдения. 4 мая на улице в южной части города к пенсионеру подошли две девушки и представились работниками социальной службы. Сказав, что якобы должны раздать социальную помощь ко Дню Победы, они втерлись в доверие к пожилому мужчине. И он пригласил их к себе домой. В квартире мошенницы попросили супругу пенсионера сходить за чистыми банками под предлогом возврата их с продуктами. А сами, узнав о месте хранения сбережений, украли 27 тысяч рублей и незамедлительно покинули квартиру. Спустя некоторое время пенсионеры обнаружили пропажу денег из тайника и обратились в полицию. Были проведены неотложные следственные действия, был произведен осмотр места происшествия, прилегающей территории, в ходе которого был гипермаркет «Южный», изъята запись видеокамер наружных, где было сфиксировано движение автомобиля с самарскими номерами «Шевроле Круз». После этого был установлен владелец этого автомобиля. Одна из подозреваемых, 26-летняя девушка, была задержана в Самаре и доставлена на территорию Тамбовской области для проведения следственно-оперативных действий в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Кража». Личность второй подозреваемой также установлена и принимаются все меры к ее задержанию. К сожалению, похищенных у тамбовских пенсионеров денег найти не удалось.